Вы смотрите видео об отеле «Руслан». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Руслан» расположен в стране Абхазия в регионе Гагра и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. Республика Абхазия, Гагра ПРТ Нарта, 84А. Поездом или самолетом до Адлер. Далее на общественном транспорте или на такси до казачьего рынка 8 км от ЖД вокзала, 15 км от аэропорта, затем пройти пешком около 500 метров до поселка небольшой аккуратный отель рядом с пляжем. Удобные номера с симпатичной обстановкой, небольшой набор услуг, собственный ресторан. До центра курорта можно быстро дойти пешком. Для экономичного отдыха, семейного пляжного отпуска. Номерной фонд отеля состоит из стандартной двухместной один-комнатной. Колва основных мест 2. Колва доп. Мест 1. Оборудование, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем. Мебель, 2 односпальные кровати, 1 двуспальная кровать. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть интернет, Wi-Fi на территории. Заказ, трансферов, прокат спортинвентаря. Также бесплатно доступны проживание, трехразовое питание. За дополнительную плату имеется дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев 250 рублей человек. Для детей есть дети принимаются с нуля. Год постройки гостиницы – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.